Здравствуйте всем! Рада вас всех приветствовать! Мне 59 полных лет. Мне 41. Мне 51 год. Меня зовут Анна, 45 лет. Меня зовут Валентина, мне 55 лет. Ну, мне 47 лет. Как бы уже возрастные изменения, они имеют место быть. Я очень рада, что у нас возобновились занятия. У меня самая главная цель – хочу брать межбровку, потому что я уже собралась идти на ботокс. И мне попалось на YouTube ваше видео, где четко и понятно было объяснено. Я прям сразу записалась, думаю, все, судьба. У меня ботокс, линза, я все это делаю, я в процессе. Но урологи плохо могут помочь. Это вот эта часть, которая у меня больше всего проблем, у меня с этой частью брыли. Размытый овал. Предлагаются нити, я не хочу, потому что это сильно травмирует. Я с этим согласна, это операция целая. Вот, еще какие-то там коррекции, я почитала про них, пока не решаюсь, не хочу. Прекрасный курс, очень интересный. Я уже давно с вами, Елена, все время смотрю ваши видео и в Ютубе. Мне 44 года. У вас постоянно, я слушаю постоянно, какие-то новшества есть, какие-то мелочи, которые где-то когда-то я еще не слышала, и мне это очень нравится, поэтому я очень хотела бы с вами продолжить дальше и тоже подтянуть еще лицо, еще немножко брыли есть, немножко подбородок второй есть, немножко веки тут тоже нависшие. В общем, все понемножку. Хороших вам результатов, да. Спасибо большое. Хотелось тоже подтянуть все глазки. Улыбку сделать свою, особенно где лапку гусиные, особенно там изменить. Но для меня очень важно каркас. Каркас и овал лица. Начиная с осанки и заканчивая овалом лица. Леночка, я очень благодарна тебе, что я вас нашла, гуляя по просторам Ютуба. Я вас случайно нашла и очень-очень этому рада. Сидела в засаде, как вы всегда говорите. Дочь мне сделала подарок, купила вам. Самый классный подарок, да. Супер. Я хотела пройти курс. Я сейчас на пятой ступени, старости нет. Очень довольна курсом. Делаю все прилежно. Есть результаты. И, конечно же, хочу еще поработать вот с хмуркой, с губками. И быть молодой, красивой. И благодарю вас за то, что вы делаете от всего сердца. Спасибо, спасибо. Мне приятно это делать. Спасибо вам огромное за ваш курс. Рада вас видеть. У меня минус 10 килограмм. Вообще. Я каждый день хожу по 11-12 тысяч шагов. И 100 раз приседаю. И вообще прелесть. Я вообще вас люблю очень. Отлично. Я вас тоже в любочку. Александра, я очень рада, что вы с нами. Здравствуйте, меня зовут Юля. Я ваша, живу в США. Я ваша студентка третья степень. Старости нет, минус 10 килограмм. Вот так. В общем, довольна как слон. Хочу все. Я бухгалтер. Да. Огромная холка. И так как я похудела, у меня началась вот эта гусиная шея. И все остальное. Обязательно, потому что это же нарушение мозгового кровоснабжения, а мозг бухгалтеру как нужно. Спасибо большое.